Ты успешный сотрудник магазина, желаешь стать директором и зарабатывать кучу бабла, но вместо премии магазин несет потери, потому что у тебя воруют? Хватит это терпеть! Это система безопасности, которая поможет в устранении твоей проблемы. Как этим пользоваться? Формула очень проста. Берем дежурного сотрудника со специальным бейджем, вешаем ему на шею систему безопасности со специальной кнопкой. При нажатии на кнопку приезжает группа быстрого реагирования. Увидел, что пельмени покидают витрины бесплатно? Что делать? Надо нажать кнопку. Нажать кнопку. Нажать кнопку. Нажать кнопку. Короче, в любой подозрительной ситуации нажимай на кнопку. Усёк? Ага. Главное, не переборщи. Этого дежурного сотрудника лишили премии, а все потому, что он вовремя не нажал кнопку. На кнопку сложно нажать. Что за бред? Для того, чтобы не смотреть «Дом 2», ты нажимаешь кнопку. Для того, чтобы заказать пиццу, ты нажимаешь кнопку. Ничего сложного. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как на тебе висит кнопка, как кто-то нажимает на кнопку и как работает кнопка. Все равно за всем следить нереально. Скажи это нашим камерам. Ты заболталась с коллегой, не увидела, как уносят патиссон? Не беда. Все это увидела камера. Известные ютуб-блогеры завидуют большому количеству камер. Хулиганы стали более вежливые и не воруют, ведь они знают, что у тебя есть кнопка и камеры. Камера, 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 камера. За время этого ролика слово «кнопка» прозвучало 30 раз, слово «камеры» 20 раз, группа быстрого реагирования 1 раз. А чё так мало про ГБР? Поверь, тебе хватит. Есть еще вопросы? Зачем мне эти технические навороты? Ведь у меня отличный контролер торгового зала. Вот ты нудный, вникай. В среднем один охранник тратит 50% смены на разгадывание кроссворда, 40% смены на сон и 10% на обеденный перерыв. Ну а чё, все мы люди. А наша система безопасности работает без перебоев. Ты все еще смотришь это видео и тратишь свое время? Ты можешь себе это позволить, потому что твой магазин защищен надежно, ведь у тебя есть кнопка и камера. С любовью и нежностью. Группа быстрого реагирования.